Вы на канале Принцесса Кейт. И сегодня я буду лепить поделки. Давайте достанем пластилин. Так, вот это надо отложить нам. Вот, весь пластилин. Я даю немножечко Милане пластилина. Вот ножичек у меня есть. Так, Милан, какие цвета вы питали для своих единорогов? Ага, первый цвет. Два цвета. Нет, давай другой. Ай, где мой ножик? Ха, вот. Ой, Миланочка, давай ты будешь вот тут лепить. Ой, котик упал. Мяу-мяу. Мочит тут, хочет. Милан, какой еще? Любой из этих. Желтенький. Вот, у Миланы вот такие цвета. Милана. Своим ножичком отделяй и люби своего единорога. Я выберу другие цвета. Мне нравится фиолетовый, розовенький. Это все для всяких частей. Но котик у меня сам будет вот такой вот беленький. Это только основная часть. Ну, мне тоже нужно делать. Надо отделить. Так, Милан, давай я вот тебе вот это дам, а я вот это. А еще я тебе вот это дам. Все, это у меня будет такой же белый котик. Вот такой вот. Смотрите, это все мои цвета. Потому что мне они нравятся. И начинаем лепить. Раз, два, три. Начинаем. Отделяем вот такой. Нет, ты ничего не делаешь. Так, я начну с тела, пожалуй. Потому что это тело самое важное. Оно будет из этого кусочечка. Разминаем его, чтобы он был мягче. О, кстати, он мягкий уже. Нужно немножечко помять и лепить. Котик у меня будет сидящим. Ах да, я еще возьму немного черненького. Вот такого вот. Это до глазок чисто. Ну, и еще давайте какого-нибудь блеск добавим. Я хочу блеск. Так, ну она хочет немного вот этого, но давайте их вообще не будем брать. В следующем видео они будут. Я тебе добавлю блесточек. Ну, вот этот тоже золотой. Два золотых тут. А это вот у тебя желтый. Вот. У тебя золотой есть. У меня вот такой тельце. Оно еще не стоит. Крутится, как груша. А я сделаю себе вот такого. Давайте лапки сделаем котику. А то он без лап. Но сначала я хочу сделать ему голову. Какая кошечка без головы? Так, вылепляем вот такую голову. Смотрим, подходит голова. Налепляем ее хорошенечко, я прилеплю. У меня голова будет сначала. Вот такая у нас получилась. Делаем. Так, сейчас я буду делать ушки. Это дизайн. Я хочу желтенький. Эти желтые копытцы. Вот, смотрите. Я режу. Ну, режь свою. Я немножечко... У меня котик будет сидеть, поэтому голову надо сделать вот так. Прямо. Давайте начнем с лапок. Слишком много грыжа в груди. Давайте чуть-чуть грудку у котика возьмем, чтобы ее бить. Мне уже 30 на единорога. Как смешно, Милана. И столько-то пластилинах мало слепишь единорогов. Вот, тебе намного больше. Я лимоночку не хочу пропустить. Ладно, беги. Милана убежала. Ну, давайте дальше я буду лепить. Милана убежала, не хочет лепить. Потом сложу все.
Так. Сейчас я еще немножечко возьму пластилинового котика. Все, смотрите. Теперь он вот такой, смешит мой. Меня почему-то это смешит. Не знаю, как вам, но он... Но мне он нравится. Давайте вот сюда белым сделаем, а то иначе некрасиво будет. С такой дыкочкой у котика. Угу. Вот, смотрите, какой милый котик у нас получается. Вот с такой белой грудочкой. А, кстати, он уже похож на котенка, но не очень. Вот такой он пока. Мне это не напоминает пока кота, котика точнее. Давайте еще что-то к нему прибавим. Например, лапы, конечно же. И хвостик. Хвостик потолще. Делим на 4 части. Только у меня получилось на 3, но ничего, вот это сделаем. И получится 4. А, кстати, 2 части можно сделать даже и побольше. Из них. Потому что нижние лапки у меня будут другие совершенно. Они будут внизу, а вот эти наверху. Ой, это получилась такая палочка смешная. Будто не кошачья лапа, а что-то непонятное. Немножечко лапки будут, когда закрывать грудку. Но ничего. Ой, мяу. Котик. Так, давайте еще вот сюда прилепим лапку. А то котик... Котик уже вот такой, но он что-то не напоминает котика, да? Давайте что-то еще и прибавить ему, и он будет красивым. Прибавим ему другие лапки, задние. Вот такие они. Похожи на лепешку какую-то. Ну нет, это будут лапки, вот такие задние. Уже больше напоминает котика, но не сильно. Вот такие вот. Задние у меня лапки получились. Красивые, мне кажется. Так, лепим еще одну утку. То есть лапку. Вот, смотрите, вот такой котик у меня получился милый. Мне он нравится. Но еще нужен хвостик. Я как-то вот такого цвета будет хвостик. Красивенько, он мне нравится. Прилепляем его к заду. Вот сюда прилеплю, потому что это место, где должен быть хвостик. Давайте немножечко убелим кончик, чтобы он красивее смотрелся. Вот такой вот белый котик. Я хочу вот такие треугольнички сделать, чтобы он стал немножечко похожим на лису. Но это будет котик. Милый котик. Вот такой вот милый. Милый-милый котик. Давайте ему сделаем мордочку. Она будет улыбаться вот так. Как я. Усики мы сделаем так. Я думаю, серебряные.
У меня тут есть серебряные. И поэтому у меня усы будут серебряные. Я еще сегодня буду кошечек делать. Поэтому мне нужно... Давайте усики сначала сделаем. Ну, нет. Маленький вот такой. Будет кусочек маленький, и из него будет маленькая ногта. Если кус... Ой-ой-ой. Давайте лучше ее вырежем. Кстати, вы заметили, что у меня вот такая бумажная кошечка? Я ее делала сама. Лучше вырезать макточку, чем сделать руками. Я вам так советую делать, потому что это просто кошмар. Делать макточку. Это слишком долго, и поэтому лучше вырезать. Вот у меня получился какой-то язык. Ну нет, у меня будет ногти. Поэтому вот тут отрезаем. Вау! У меня получилось не ногти, а что-то похожее на палку. Давайте сделаем из этой палочки ногточку. Потому что мы делаем котика, а не палки. Все, смотрите, мордочка готова. Теперь ее бы как-то аккуратненько обрезать. О, морда превратилась в непонятное. Давайте ее испакаем, чтобы прилепить. И немножко загнем кончики, чтобы получилась улыбка. Ля, все, котик почти сделан. Вот какой он у меня маленький усатый и кижи полосатый. Немножечко вот под камней. Рисую я намного лучше, чем люблю. Давайте немножечко обрежем розового для носика. Носик обычного котика треугольный. Это легко сделать носик. Вот носик маленький. Настоящего котика сделать... Похожего на настоящего котика очень трудно сделать. Так, где глазки? Вот они. Котик у меня будет зелеными глазками. Или с каким-то другим цветом. Но я сейчас сделаю именно... Ай, скачки. Ой, котик упал. Видимо, хочет уже бегать. Пип. Все, глазик готов. Следующий глазик. Чик-чик-чик. Вот. Он смешной получился. Невозможно не засмеяться. Сейчас бирики будут в глазках. Тогда уже котик другой гим станет. Миленьким. Ого, он стал намного милее, мне кажется, потому что у него блики. Вот, смотрите, вот такой котик, на ему надо еще по блику. Каждый глазик. Вот, один глазик и второй глазик. Милый котик. Мне нравится. А вам? Поставьте лайк, если нравится.
давайте сделаем котику зелененькие глазки. Обычно они у них такие. Смотрите, вот такой котик с зеленым глазом. Кажется, что это не глазик. Не смешно получилось, но давайте подкомняем, и все будет красивенько и аккуратненько. Можно малюсенькую крышку делать, чтобы не испортить ему глазик. Но не вот такую уж малюсенькую, как лапку у жучка. Или усик у котика. Так, котику не хватает аксессуаров. Он сам про это уже говорит. Я ему бантик на ушки сделаю, чтобы он смотрелся милей. Делаем большой бантик, маленький бантик. Но чтобы он был не краще пустный, что лужечка на лапке не поместится. Вот такой бантик, только он некрасивый. Давайте его ножичком подковняем, чтобы он красивее смотрелся, милее, красивее всяко. Больше похоже на конфетку, чем на бантик, но ничего. Сейчас прилепим на ушко, а не в баночку. Посадим бантик, и будет все красиво. Вот где моя кошечка-девочка. Она миленькая смотрится. Вот это я верну на место, чтобы было порядок. Вот такая кошечка. Но я еще хочу ей аксессуар добавить. Давайте добавим ей такой кошечке маленькую какую-нибудь кроватку. Сделаю я. Так, до этого мне понадобится половина примерно пластилина. Разминаю я. Вот так вот у меня получалось. Вот, теперь можно кошечку посадить. Она теперь была гораздо милее. Вот, моя первая кошечка. Положим вот сюда. Ах да, мы же еще усы забыли. Вот почему она вот такая не очень похожа на котика.
Но сейчас будет похоже с усиками милыми. Выглядит смешно. И на настоящих. А еще котиков мило гладить. Но не этого, потому что он пластилиновый. Все. Первые усики готовы. И третьи давайте делать. Еще немножечко усик. И усик. Два усика прибудет. Я шучу. Сейчас мы и третий сделаем. Немножко оторвем от этих усов, чтобы они слишком длинные не получились. И сделаем третий усичек. Делаем третий усик. Угу. Котик усатый, полосатый. Полосатый, да. Нужен полосатый котик. Давайте на спине полоски ему сделаем. Ой, я глаза взяла, а хотела белый. Полосатые, полосатые. Здесь идет. Пока делают гугу. Эти. Чокры давайте положим туда, где он лежал. И все лишние детальки прикрепим к пластилину. Так, вот этот прилепляем обратно зеленым, серебристым, черным. Так, давайте вот эти цвета все положим по своим местам, чтобы тут было все красиво. Так, вот этот цвет давайте положим вот сюда, на место. И вот этот цвет я положу туда же. О, давайте я из этой кучки сделаю пластилинчик. Вот такой же. Эти. И вот тут. А теперь полосочки. Вот я сделаю еще одну часть. Вот это вот и вот это все. Так. Одного цвета не хватает, потому что я кисточку сделала и заканчивала. Так, давайте я сделаю аксессуары этой кошечки. Больше кошечек я не хочу делать. Я хочу аксессуары. Давайте сделаем ей целый дом. Это как только будет ее дом. Вот тут будет спальня. Так, давайте ей сделаем браслетик, чтобы красивее было киса. Надо там с воды скрыть. Все, смотрите, как красиво. Браслетик есть. Что еще давайте сделаем нашей кошечке?
Мои быть мисочки с молочком и с клапаном. А это идея. Чикай, садим пока кошечку. И давайте лепить миски. Они будут маленькие. Ой. Маленькую мисочку лепим. А знаете, как ее можно легко сделать? Облепляем вокруг большого пальца вот так. Вот. И снимаем. Вот, мисочка готова. Это очень быстро. Это будет для еды. Она будет у нас какого-то цвета. И давайте... А, нет. Давайте это будет для молочка мисочка. Молочко очень полезное. Но для кисок просто вкусное. Поэтому они его пьют. Вот мисочка с молочком. Няма-няма. Киска пошла есть. Давайте еще одну ей миску сделаем такой же розовенький. Ой, розового у меня уже мало. То есть я не могу слепить что-то большое, оказывается. Я хочу поскорее нам сделать эту кошечку, чтобы ей поиграться и показать вам кое-что. Чик-чик, и все. Давайте теперь еду туда насыпем. Она будет коричневая, как всегда у кошек. Так. Первое. Мы молоко мы сделаем, потому что они шариками. Вот. Лаком будет у кошечки. Чик. Ой. Угу. Вот сколько лакома. Ой. Касыпала. Давайте ей мячик сделаем, но на этот раз фиолетовый. Чтобы она могла играться. Но я хочу игрушечную мышку. Чтобы кошечке приятнее было играть. Ее сделать легко и просто. И хвостик маленький. Все, мышка готова. Теперь у нее будет маленькая игрушечка. Кошечка готова. Посмотрите. Она уже напилась молочком и идет играть с мышкой. Вот она играет с ней. Такая вот мышка. Вот. Пи-пи. Пи-пи-пи. Такая мышечка. Ш-ш-ш-ки. Кошечка устала и пошла в постель. И давайте эту мышечку... Ой, перевернулась тарелочка. Давайте эту мышку положим с ней. Все. Кошечка готова. И давайте я вам покажу кое-что. Смотрите, видите вот это? И смотрите, там есть стеклочки. Это мы ходили с папой в магазин. И они вот с такими котиками. А еще у меня для вас один сюрприз. Давайте я вам покажу свои рисунки в блокноте. Ой, дочка. Все, сложила я их.
и теперь достаем. Вот. Я вам показываю свои рисунки. Вот первый. Это я наклеивала. Просто закаты обычные. Давай это наклейки. Давайте перелистаем монетки. Это просто копил. Это копил. Вот. Даже вот что. Красавка. И самое последнее. Вот такое. Я его еще не раскрасила. И смотрите, какая у меня закладка. То есть я могу рисовать в этой кошечке. Кошечками, кошечками. Я обожаю кошечек. Вот. Подписывайтесь на канал Принцесса Кейт. Ставьте лайки. Много-много-много. И всем пока-пока.